тысяч сол, друзья! Виктор Павлик на 3 дня снял домик у моря в Одессе. Чтобы расплатиться за него, он дал 300 концертов в Затоке. Да, в этом сезоне на пляжах Одессы можно встретить кого угодно. Здесь даже встретились туристенок и мама Одесса. Под ваши аплодисменты. Я на солнышке лежу, и на солнышко гляжу. Все лежу и лежу. Туристенок. И на солнышко гляжу. Туристенок, ты неправильно поешь. Надо петь «Сижу». Сижу? Угу. А почему? Потому что в этом году в Одессу приехало столько людей, что правильно петь «Сижу». В следующем будет вообще «Стою». Мама Одесса, а ты говорила, что невозможно найти дешевое жилье возле моря. А я нашел. Нашел? Правда? Где? Умань, это же возле моря. Да, в прошлом году было очень далеко, но теперь уже близко. А в следующем году это будет первая линия? А ты смышленый. Туристенок, откуда ты? Я из Белоруссии. Нравится в Украине? Очень нравится. А в Белоруссии что не нравится? Я бы тебе сказал, но боюсь, что после этого у себя дома я точно буду петь «Сижу». Мама Одесса, а почему к тебе столько людей приехало? Ну, потому что Одесса – самый популярный украинский курорт. А почему раньше столько не приезжало? Потому что не все люди знали, что Одесса – самый популярный украинский курорт. А как они узнали? В результате одного референдума. А зачем такие глупые вопросы выносить на референдум? Вот и они там сейчас об этом задумались. Ой. Мама Одесса, а ты умеешь спать с открытыми глазами? Я нет, но я знаю, кто умеет. Кто? Люди, живущие возле Аркадии. Мама Одесса, а мне таксисты предложили экскурсию посмотреть на замок Гарри Поттера. Скажи, это не Кидалово? Нет, туристенок, это Кивалово. Мама Одесса, а почему тебя все называют мама? Потому что меня все любят. А кто тогда папа? Ну, понимаешь, туристенок. Некоторые женщины, однажды побывав в Одессе, так до конца и не поняли, кто папа. Мама Одесса, а ты же из Украины? Да. А почему у тебя губернатор грузин? Но у настоящей женщины хоть раз в жизни должен быть роман с грузином. Мама Одесса, а сколько тебе лет? Туристенок, но женщине эти вопросы не задают. Да? Ну хорошо, не хочешь — не отвечай. А Труханов, он хороший мэр? Мне 222 года. Мама, дед, а у тебя хороший сервис? Лучший в Украине. Ну, в Турции же лучше. Ну, в Турции он доступнее. А настоящая женщина любит, чтобы не она, а за ней ухаживали. Искали, ждали. И за это еще и платили. Да? Поэтому на пляже нету туалетов. Почему они есть?
Где? В Коблево. Почему тогда не все люди отдыхают в Коблево? Ну, потому что в Одессе море теплее. А почему в Одессе море теплее? Потому что не все добегают до Коблева. Мама, Одесса, а ты знаешь, как туристы называют тех мужчин, которым нравятся другие мужчины? Нет, как? Таксисты. Скажи, пожалуйста, мама, Одесса, а что делать, если утром проснулся с женщиной и не помнишь, как ее зовут? Не переживай, туристенок, скорее всего, и она не помнит, как тебя зовут. Да? А если она замужем? Это называется курортный роман. Красиво. Так назвать этот ужасный пьяный секс в 5 утра могла только ты. Мама Одесса, скажи, а почему твои чиновники ничего не делают? Ну как ничего не делают? Они переименовывают улицы. А зачем они это делают? Ну если они не будут этого делать, то все горожане сразу поймут, что они вообще ничего не делают. Мама Одесса, а правда говорят, чтобы вернуться в Одессу, нужно кинуть монетку в море. Да не слушай ты этих водолазов. А у тебя что, после всего остались деньги? Да, вот последние. Всего? Но я не рассчитал. В прошлом году комната стоила 300 гривен, а в этом уже 800. Почему? А не надо было уезжать. Thank you.